так ничто не дымится. Может, это пожар? Хорошая догадка, но это намного больше, чем пожар. Это взрывающийся вулкан Этна. Представьте, что мы видим сквозь дым, вытекающий из кратера расплавленные камни. Под землей эти расплавленные камни, называющиеся магмой, достигнув поверхности в виде разъяренной лавы, стекают вниз. Скопление этой лавы вокруг кратера образует гору, которую мы называем вулкан. Некоторые вулканы до взрыва очень долго накапливают давление. Когда это происходит, то вся гора исчезает, оставляя огромную дыру.